И не случайно мы хотели, чтобы старт Олимпиады прошел сейчас в нашем актовом зале, чтобы вы были все вместе здесь. Потому что мы помним, что мы одна школьная семья, одна команда. У каждого из вас сейчас есть возможность продемонстрировать свои знания, испытать трудности. Это самое классное состояние в жизни, когда ты не знаешь ответ на какой-то вопрос. Потому что это заставляет найти для себя ответ на этот вопрос после завершения Олимпиады. Итак, у нас не контрольная работа, у нас испытание собственных сил, испытание собственных возможностей. И я желаю вам успехов. Услышали все меня? Да. Двоек не будет, но выложиться и вспомнить, а вы знаете. Вы должны просто проверить себя. Хорошо? Успехов! Здравствуйте! Сегодня в школе 1021 проходит Всероссийская Олимпиада школьников. И сегодня мы решили поинтересоваться у Юлии Александровны, как проходит это мероприятие. Скажите, пожалуйста, что такое Всероссийская Олимпиада школьников? Всероссийская Олимпиада школьников – это многолетняя традиция, которая в каждой школе приходит в сентябре месяце. В сентябре месяце действительно стартует школьный этап Олимпиады. И сегодня мы дали старт проведением Олимпиады по обществознанию. А кто может принять участие в этой Олимпиаде? Во Всероссийской Олимпиаде школьников принимают участие ученики с 5 по 11 класс. А по Олимпиаде по русскому и математике даже четвероклассникам дается право попробовать свои силы. А скажите, сколько сегодня ребят приняло участие? Сегодня готова порадовать вас рекордными цифрами, потому что в Олимпиаде по обществознанию сегодня в первый день приняло участие 192 ученика. Завтра Олимпиада по обществознанию продолжится, и я думаю, что это количество только увеличится. Спасибо. С вами было телевидение «Восход Вест».